командир пулеметной роты товарищ Бабаев. Несколько часов назад, вырвавшись вперед с четырьмя пулеметами, он проявил исключительный героизм, уничтожив в горячей схватке большую группу польских офицеров. Угощайтесь, ребята! Печенье особенное, московское. С волнением пишет боец Берестенко заявление о приеме в ряды большевистской партии. Прошу принять меня в партию. Хочу идти в бой коммунистам. Секретарь комсомольского бюро полка рекомендует товарища Берестенко как лучшего комсомольца, достойно проявившего себя в боях под Гродно. Избылась мечта героя гродненских боев. Он стал коммунистом. В расположение советских войск прибыли представители германского командования. Командующий кавалерийским корпусом комдив товарищ Еременко уточнил в беседе с немецкими офицерами порядок дальнейшего продвижения советских и германских частей, границы обоюдных государственных интересов СССР и Германии.